Всем привет! Сегодня у нас 6 апреля. И давайте порадуемся вместе. Событие очень интересное. У нас зацвели в теплице нектарины и персики. В данном случае мы видим 3-4-летний саженец нектарина сорта Медведевский 2. Цветение продолжается уже третий или четвертый день. Напомню, сегодня 6 апреля. Вот так обильно плодоносит данный сорт. Как видите, все ветки усыпаны цветами. Форточка открыта для доступа насекомых, для опыления, и ждем цветения еще нескольких сортов. Они уже вот-вот на подходе. Будем снимать по мере распускания сортов. Следующим, скорее всего, зацветет сорт новоселковский. Вот в данном случае уже видны бутоны полураспущенные и набухшие. Цветение начнется со дня на день. Вот здесь очень обильная часть. Ветки еще не отогнуты в горизонтальную формировку. Растения только открыты после зимовки.